Всем привет! Это я сделала небольшое видео, как я еду в Берлин на экзамен по немецкому. Сдавала экзамен ТЕЛЬК B1. Снимала я 26 мая. Вот, показываю немного природы. Виды, природу в Германии. Сейчас видим рапсовые поля. Ветряные мельницы. Опять желтые красивые рапсовые поля. Солнечные батареи. Здесь прошла женщина-проводник поезда и раздала всем шоколадки от Риттер Спорт. Вот это туалет такой. А вот это двери на выход. И нажимать надо вот здесь, чтобы выйти. Ну вот, я в Берлине. Приехала, это типа вот школа, наверное. Только она большая, я не могу найти, куда мне ее найти. Вот такая закрытая территория. Тут много всяких лестниц. Моя лестница называется C15. Мне надо подняться на третий этаж. Это ИЭК. Но сейчас еще рано. Там полиция. Полиция есть. C17. Так, у меня есть 1,5 часа найти место какое-нибудь, чтобы повторить немецкий. Показываю эстетику Берлина. Вот. Я вообще немного в шоке, какие здесь персонажи ходят. Кажется, я нашла себе место. Вот, а лавочку не могу нигде найти. Лишь бы не заблудиться. Вообще такое ощущение, что здесь все приезжают. На каждой улице какие-то кровати, диваны. Так, я сделала круг. Еще немножко, и я опять вернусь к моему зданию. Хотела показать, что на деревьях развешали. Это молитвы, я так понимаю. Потом здесь вот такой. Вода тут, наверное, когда-то была. На этом моменте я перестаю снимать, нашла место, где я могла подготовиться к экзамену, и экзамен я в итоге сдала, ура!